Всем привет! Играем в фарс без доната. Ну, начался у нас турнир для пятизвездочных. Значит, у меня две победы. Стартовал с 900, с 900 очков. Даже удивился, что вот такие вот, скажем так, монстры не смогли и Садорку пробить. Да. Так что она вроде ничего. Но третий-то занес нормально. Вот. Что по лидерам? Знакомый какой-то персонаж. Ну, что тут сказать? Зинки, автолики тянут. Вот этот вот Никодим все время в топчиках висит. В прошлый раз там он тоже висел здесь. Ну, в общем, нормальные ребята, как обычно. Да, кстати, друг из Альянса Украина сказал, что готовят разработчики для нас новый вид турниров. Пока точно неизвестно, но... Ну, то есть, доработка там, или что они, улучшения турниров, какие-то нововведения будут вводить. В общем, интригу небольшую разжег. Так, давайте посмотрим, что нам делать с этими врагами. Ну, пока не сильные. Вроде оппоненты мне попадаются. Да, если можете видеть, я тут перешел на английский. Что-то мне захотелось подучить английский на всякий случай. Вот. Учу так, провожу время и заодно английский изучаю слегка. Так, ну если я так возьму, нормально будет. Да, думаю, пойдет. Часто так хожу. Погнали. Покрутим шарики. Немного. Заодно поговорим. В общем, по заявкам некоторых желающих готовлю видосик о канале. И об игре. Ну и, скажем так, немного о себе. Чтобы канал, так сказать, был полнее. Вот. И так, размышляя о том, что сказать, вдруг неожиданно для себя захотел запилить видосика по поводу призывов в игре. Это прям отдельно. В общем, о том, какие тут шансы. Вот, потому что всякие... ходит там, скажем, мнение, что там после первого года выпадение героев сильно уменьшается, там типа это, типа такого. Я, кстати, что у меня, ничего плохого пока. Кстати, сам еще целый год не играю. Так, ну скоро будет уже год. Ну и кое-какое представление. Угу, там Аматерасу сейчас бахнет. Кое-какое представление уже получил. Там видосики всякие смотрю. По призывам. По... Ну и сам что-то размышляю, делаю выводы. Вот. Камень вообще пропал. Я так сейчас доболтаюсь, да? Это будет обидно. Чё, где фиолетовые-то, ребят? Зеленые. Жесткое горение было. Опять зеленые скукожились. Не, тут надо подумать. Блин, ну ты только не бахни в садорку. То это будет труба. Угу. Блин. Но вы видели? Просто жгут. Очень обидно. Очень обидно. Заболтался и, похоже,
Так, ну здесь зеленый скидывать-то не очень хорошо. А с меня с трех, с четырех тычек из этого горения сейчас просто вынесут. Вперед ногами, ничего не поделаешь. А, вовремя. Ну вот на чем я остановился. На том, что хочу запилить видосик по поводу призывов. Ну так, чисто размышления. Это будет, так сказать, в тему к об игре вообще, об этом мифах. Ну и о своем канале и о отношении ко всему происходящему в игре. Вот. Ну ничего неожиданного, необычного такого. Так, чисто свои заключения. Да, непростой получился бой. Да там Утараску, конечно. Ой, как я ее хотел в августе. Блин. Ну вот. Так, кстати, в игре часто бывает, что ты что-то хочешь, а дают на следующий месяц. Ну, давайте следующего. Так. Ну что, прикольнуться тут? Пойти фиолетовыми. Диспел есть зеленый, вроде. Да? Ну давайте попробуем. Чё, зелененькие. Ну. Давай. Еще нужны зеленые. Их больше нет. Придется потерпеть. О, диспел дали, отлично. Короче, мы тут сразу в эту сторону бьем. Вот, ну первый день. Я думал, уже что-то поменяли в механике. Хоть и непростой, но, в принципе, реальный. Можно проходить. Хотя, как соединить тут эти фиолетовые? Да. Что ж. Ага. Хилок прилетел. Отлично. Так, фиолетовые зарядились. Ну вот как раз сейчас бахнем куда-нибудь. Посильней. А чё ждать, есть смысл? Два хода еще. Но с такой поляной это смысла особенно нет. Ну, давай туда разгружать. Раз. Да-да. Чуть не свалилось. Два. Чуть не свалилась моя Ирида от такого урона. Нанесенного. Ну, давай. Ничего не заходит. А, нет. Нормально добил кинжальчиками. Ну вот, в принципе, может сейчас и запишу, пока еще есть в голове те мысли, которые пришли по моему размышлению. Вот. Ну, прямо здесь говорить не буду особенно ничего, чтобы это было больше в отдельном видео. Вот. Ну, что говоря бы о том, что я иногда выкладываю призывы на один жетончик. Опять же, это так в подводке к моим размышлениям. Мне Исадора упала за первую крутку с монеток. Есть у меня герой принцесса Будур из волшебной лампы, да, там как-то так ивент называется. Она тоже мне упала за первую крутку монеток ивента. Так что меня как-то это настолько впечатлило. Причем многие кричат, что падает с первой крутки. Что я вообще подумал, может быть, это просто одну крутку в каждом ивенте делать. Но боюсь, что не все так просто.
с этими призывами. Но тоже смысл в этом какой-то должен быть. Так, ну красными мы пойдем. Ага, здесь опять же нет, наверное, не пойдем, потому что надо будет снимать себя и с него эти бафы от весточки. Давайте такой же командой. Что тут зеленых нет? Две штучки. Фиолетовых ровно на один раз, да? Прикол. Ну вот это с камнем, конечно, такая засада. Что, заряжаться сейчас будешь, что ли? Давайте здесь соберем. И еще раз соберем. А, вот сейчас можно было и в середину бахнуть. Так, ну зеленых пока кидать не будем. Потому что оставим. И еще можно оставить. Пока это Веста еще стоит на своем. Ну теперь, кстати, надо. Или зарядить все-таки фиолетовых. Давайте фиолетовых кину. Потому что вот сразу диспельч этот клинер сделаем. И можно дебаф сделать, да? Этой весты. Видите, распределение осталось. Вот, кстати, не очень удачно вышло. Ну ладно. Распределение осталось. А броня снизилась. Так, хил пошел. Ну, блин, ничего не поделаешь. Такой затяжной бой будет. Да, против этого кукулькана без камня. Кукулькан так себе. Это, кстати говоря, кто не знает, у него костюм багнутый, конечно. Он с каждой вот такой вот тычки через два хода по косарю 200, косарю 600 наносит. Это чисто этот костюм кукулькана. Ну, то есть, типа его улучшенная версия, которая вышла в Лемурию, что ли. Ну вот. А сам стоковый, стандартный, который он ничего из себя опасного не представляет. Что-то там залетело, даже не видел, какой камень. Просто камня нет, как бы. Кидаешь, что попало. Давайте сюда. Пока там еще броня. Ну вот, так что, если кому-то вдруг попал костюм, и тот думает качать, не качать, скачайте пока. Потому что неизвестно, когда разработчики вообще возьмутся за него. За исправление этого кукулькана. Но в защите он просто всех снимает. С простых тычек. Ну, достаточно известный на самом деле маг. Об этом, опять же, 13-й на войне показал мой интернет-друг. Ну, мне нравится, нравился его материал. Он, правда, сказал, что будет постепенно завязывать с этой игрой. Вот. Ну, рано или поздно к такому финишу придут все. Да. Так, тут у нас по красным. А синих нет. Вот я не помню, чем я ходил против красных в тот раз. Надо было пересмотреть. Иногда пересматриваю свои видосы. Конкретно по этим турниром, и там хорошие идеи насчет про, ну, насчет типа сбора команд. Это удобно, кстати, чтобы не думать лишний раз. Так, ну
и сделаю необычную команду. Я, по-моему, так все-таки ни разу не ходил. Беру Аматерасу. Ранирезу оставлю. И Луну оставлю. А здесь вот так он, да? Ну, потому что зеленую я точно девчонку хочу себе в атаку. Но, кстати, вот это вот нет же, она не такой уж опасный центр. Четверка причем. Асура недокачанный. То тут особенно бояться нечего. По идее, да? Вот и камень подгружают. Блин. Ну хорошо, что здесь зеленый вышел. Надо на всякий случай уже кинжальчики зарядить. Чтобы было. Ну или хотя бы подготовить. Да. Желтые. Ну пусть. Это не Джана. Ну скажем. Вообще даже из четверок она не обязательный персонаж для прокачки. Не говоря уже о том, чтобы ее вместе с пятерками ставить. Ну, мое такое мнение. Так, ну так. Горят. Что там сейчас будут шатать скоро? Шотать. Ах ты. Ну, по центру? Не догадался. Блин. Ну так, немножко тороплюсь. Поэтому. Так, кто там ходок горизонта? Асура. Прикольно. У меня его нет, так что я особенно не изучал его возможности. Хотя очень хочу. И ходок горизонта ему, конечно, очень подходит. Класс. Так, что дальше? Давайте пойдем в этот край. Ну, сразу взорвем кристальчик. Экономить не будем. Угу. Так. А теперь вот сюда вот броню срежем. По срезанной броне. Талочкой пройдемся. Снимем на всякий случай это. Ну там отравление было. Ну, нормально. Ну, в общем, нет же. У меня она есть. Я ее пока руки до нее не дошли. Так, случайно. Ну, последний тапок. Опять же. Ну, уже неплохая сила. Ага. Центр Тала. Офигенный. Сразу говорю. Что плохого будет мне наносить соперник? Да ничего. Ну, против центра пойдем, опять же, фиолетовыми. Фиолетовыми. Да. Атилу начал качать потихоньку. Персефону забросил. Хотя она почти докачанная. Да. Что 61-й, что 70-й уровень, как бы. Сильно это нигде не сыграет. Ну что, так? Красных вообще нет. Да, вот эти вот желтые, они будут больше неприятностей доставлять. Погнали. Так. Ну, давайте сначала подтянем. Если что-то подтянется. Ну, ничего не подтягивается, смотрите. Ладно, давайте сделаем две тройки. Так, так, что-то там. Зеленых, да? Зеленых мне предлагают. Так, ну, небольшой недостаток у Таллы это то, что она не хилится, но бьет неприятно.
На это мы сыграем. Так что? Что нужно? Ну, прибережем пока. Тем более сейчас хил, так что правильно. Главное, чтобы не выбили садорочку с двух ударов. Ну, это не страшно. Так, с кого начнем? Да, вот с этого края. Раз. Два. Здесь зарядим. Подхилим всех. Они нам плохого ничего не наносят. Поэтому, да, еще отхил. Ну, заканчиваем побыстрее. Здесь вот просто лупим. Кинжальчики должны делать свое дело. Хоть их и три. Но тем более против одного героя, а не просто беспроигрышный вариант. А, у меня герой заряженный, да? Ну ладно. Такой был первый день с небольшим, так сказать, анонсом. Вот. Чё, не добил? Ну ладно. Вот. Так что ждите, что-то будет. Что-то я извлеку из своих заключений. Вот. Топ-1. Подожди. Подождите. Я попал в топ-1. Неожиданно. Ну-ка. Я набрал. А, вот 395-е место. Такого вообще никогда не было. За 5 простых побед в первый день. Да, ну тут что-то странно. Я вам скажу. Неужели так много поражений было? А раньше такого не было, но похоже, первый день действительно стал не таким легким, как раньше. Ладно, топ-1 это небольшое удивление и изменение в игре. А так, в общем, всем удачи. Тут главная цель это, сами знаете, эмки. Так что чем выше, тем лучше. Ну, в общем, пока всем. Спасибо за поддержку, кстати, да, многие поддерживают, пишут, даже как-то неожиданно. Лайки ставят, комментарии. Всех, в общем, все это ценю. Спасибо, ребята. Пока.